Что хочешь сделать? Хочешь что-нибудь? Цветочек какой-нибудь сделаем или что-нибудь? Какие есть идеи? Что бы ты хотел? Тогда давай сделаем цветочек, может быть, какой-нибудь более интересный, чтобы он был похож. Смотри, я тебе напомню, чтобы вот это окошко развернуть. Вот здесь вот справа, в нижнем углу, кнопочка. Да. Ага. Так, я тоже напомню, как вращать камеру. Мы зажимаем Alt и среднюю кнопку мыши. И крутим мышкой. Помнишь, да? Чтобы перетаскивать, просто среднюю кнопку мыши. Ну, увеличивать это колесико вперед-назад. Отлично. Так, смотри, что мы сейчас сделаем. Сделаем цилиндр. Потоньше, потоньше. И вверх вытяни. Ага. И еще раз нажми. Сейчас мы параметры ему поменяем. Смотри, заходим в Modify, закладочку вот эту. Вот. И вот это. Ага, вот это другие значения. Дай, пожалуйста. Нужно на сантиметры поменять. Вот это вторая закладочка. Можешь туда смотреть, на мониторе тебе удобнее будет. Вот здесь вот. Ничего. Ничего, все нормально. Это Аня. Вот, смотри, и сделаем его высоту. Высота это... Да. Хейт. Поставим 10. Можно написать, либо покрутить. Смотри, как тебе удобно. Можешь просто вот эти вот стереть цифры. Смотри, вот так. Просто их выделяешь. Левой кнопкой. Да. Лучше 10. Ага. Нажми Enter. Вот, а радиус. Интересно, почему у тебя так радиус хочется? Ну что-то у меня неправильно. Да, у меня неправильно. Вот почему отличается. Сейчас. Так, делаем 10 и радиус 1. Ну, нет, не 1, вру. Сейчас скажу, какой. 0,2. Радиус 0,2. 0,2. Смотри, можно либо написать запятую, смотри, вот где запятая. Переключить язык. Чтобы поближе камеру сделать, мы нажмем Z. Помнишь, Z всегда... Так, секундочку. Да, видишь, проблема в том, что пока ты находишься в этом окошке, пока ты не кликнешь куда-нибудь, можно просто вот куда-нибудь сюда кликнуть и все.
Выделить объект, нажать Z. Так, количество сегментов мы его тоже поменяем. Смотри, если мы нажмем F4, мы увидим его грани, его сетку, геометрию, топологию. Пусть это будет просто называться сеткой. Вот, смотри, и вот эти количество граней можно и нужно нам сейчас увеличить. Это height segments. Вот сразу под высотой. Height segments, видишь? Ага. Поставим 15. Дочь. Не верю. Ей, когда что-то надо, куда туда, куда вообще? Да, конечно. Кому не помешает? Нет. Ничего, никого не обижу. Нет, все нормально. Смотри, теперь мы его выделяем. Угу. И вот здесь вот такая вот закладочка modifier list. Да, ага. Помнишь, она у тебя вверх все время выезжает, блин. Вот я с этим ничего поделать не могу, к сожалению. Это, видимо, из-за разрешения экрана только у тебя такого маленького на ноутбуке. Нам нужен модификатор, который называется на букву Т. Называется Taper. Taper. Ага, вон он вверху. Молодец. Отлично. Смотри, что он делает. Ну, я тебе напомню, как бы, вот эти модификаторы, когда мы накладываем на объект, мы можем как-то объект изменить, что-то, какие-то свойства ему другие придать, вот. И этот модификатор, что он делает? Смотри, если я поменяю вот это вот значение первое, amount, если я его в минус уйду немножечко, то попробую покрути за эти стрелочки вниз, схвати, прям за стрелочки. Нет, чуть-чуть. Еще повыше. Вот. Видишь, мышка поменялась. Вот, видишь? Изменяется его верхушка становится меньше. То есть мы тут поставим значение где-то 0,08. Ты можешь либо на глаз надо крутить, либо написать, как тебе удобнее. Главное, чтобы было 0,8. Не 0,08, а 0,8. Один нолик удали, который перед восьмеркой. Угу. И Enter. Отлично. Знаешь, что я делаю? Я сейчас делаю стебель для цветка. Сейчас ты поймешь, что мы сделаем. Ага, отлично. Так, теперь давай сделаем, создадим сферу с радиусом 0,5. Смотри, чтобы зайти, мы сейчас находимся в закладке Modify, а нужно, да, зайти в закладку Create, да, сфера. Цилиндр. Можешь просто эскейп нажать, да, или правой кнопкой. Сверху, прямо над ним. Создавай пока в любом месте, неважно. Главное, радиус у нее должен быть 0,5. Ты можешь сейчас любой радиус создать, а потом его поменять. Заходи в Modify. Доклад. Все, я поняла, Кать, все, не, все. Вот. И сделает, пиши это? Радиус 0,5. Не засирай меня. Все. Да. И жми Enter. Да. Угу. Да. А теперь смотри, что мы сделаем. Я сейчас...
Да, да, да. Что-то да, что-то похожее будет. Все верно. Смотри, теперь я хочу вот наш стебель, я хочу поместить в центр сцены, вот сюда, на перекрестие. Как мне это сделать? Я его выделяю. Да, кликни на него. Вот, кликаю теперь на перемещение. Помнишь, наверху? Вот здесь. Ну да, у тебя уже включено. Вот, и смотри, что делаю. Вот тут внизу три окошечка. Видишь, что там написаны какие-то цифры. Они говорят о том, ну, на какое расстояние, по какой оси отодвинуто от вот этого перекрестия. То есть, видишь, по x на 0,4, по y на 0,5. Нам что нужно сделать? Нам нужно их обнулить просто. Ты его выдели? Еще разочек. Ага, и кликни правой кнопкой на вот эти стрелочки. И вот на ту тоже. Нет, где значение, видишь? Ага. И штерем на 0 встал. То есть смотри, когда я куда-либо перемещаю, у меня вот эти значения меняются. Понимаешь? То есть это просто говорит, в какой точке он в данный момент находится. Относительно вот этой. Вот, и когда мы обнуляем, он возвращается в 0. Что мы и сделали. Теперь сделаем то же самое со сферой. Ты можешь, конечно, переместить, но ты точно никогда в ноль не попадешь так руками. Да. Ага. А теперь по оси Z мы ее поднимем. Я поняла. Ну, примерно на кончик. Вот, а чтобы поднять по оси Z, ты знаешь, сейчас тебе покажу. Вот я сейчас подняла. Я не сверху тебе сделаю. Найдешь, куда у тебя уехала? Потому что ты подняла не по оси Z, а просто вот за нее схватила. Вот так. Когда я хватаю так, она может вообще куда угодно уехать. Что, собственно, мне не нужно. А если я хочу по какой-то определенной оси таскать, видишь, я подвожу мышку, она становится желтой. Вот, допустим, к Z я подвожу, видишь, она желтой стала. Теперь я кликаю на Z и могу спокойно тащить, как бы. Если я влево-вправо мышку тяну, он не реагирует, он ездит только вверх-вниз. Вот этой оси. То есть, например, куда-то сюда. Вот. Теперь давай включим инструмент масштабирования. То есть сейчас у нас перемещение, нам нужно масштабирование. Это через одну третье. Ну, вот это вот. Вот оно. Scale называется. Ага. Кликни на него. Отлично. Теперь смотри, точно так же, как я его перемещал по оси Z, ты вот тоже сейчас схватись за ось Z, ага, и тяни вниз. И тяни, чтобы получилось примерно что-то вот такое. Да, сойдет. Да, теперь надо его наверх поднять. Нужно включить перемещение. То есть вот они три, это перемещение, вращение и масштабирование. Они три подряд идут. Так, теперь давай сделаем лепесточки. Мы их можем, в принципе, сделать. Как мы их можем сделать? Да, вообще разными вариантами, но я тебе, наверное, покажу, как это сделать с помощью модификаторов. Смотри, я создам объект Plane. Нам нужно зайти в закладочку Create. Это Modify, у тебя Create, да, вот Plane, он справа внизу. Вот он. Да, создавай его где угодно, сейчас это не важно, и любого размера, просто создавай, да. Сейчас мы ему поменяем параметры. Угу. Заходи в Modify. Вот, и параметры у него будут, сейчас скажу, какие. Мы также можем, понимаешь, вот у этого сделать, Катюш. Лекало можем сделать. Указ 2,5 на 0,5. Она тебе снимает. Ага. Ну еще. Ну ты. Катюш. 0,5. Все.
Все, ладно, давай потом, я бы что-то уже не хочу вообще ничего обсуждать. Давай, потом, ладно? Enter. Просто ага. Примешь, который она тебе. Ты вот так же можешь переместить на ноль сейчас. А для кого тебе нужно будет делать? Все равно, понимаешь, тебе по вот этим меркам никто тебе ничего не отошьет. Да, иногда сложно попасть. Это вот, смотри, и по Y я его вытащу немножечко вот сюда, вот так. Не скажешь, сделай мне градацию вот этих выкроек. По зеленой оси. Вот так вот. Ага. Опять же, можно в эту сторону. Неважно, в принципе. Так, теперь что я сделаю? Что я сделаю? Я хочу добавить ему сегментов. Что? Дай-ка я гляну. А это просто какой-то глюк. Вот видишь, как обводка включается, да? У меня такой обводки не включается, я ее выключил. Я тоже тебя могу выключить, если хочешь. Это из-за нее глюк какой-то случился. Вот, если тебе нравится, вот тоже тут какой-то глюк. А, ничего, не обращай внимания. Знаешь, что я сделаю? Я сделаю вот так. Пока тебе это особо ни о чем не скажет. Но фишка в том, что я слил вот эти два модификатора в один объект. То есть, видишь, модификаторов больше нет, это один объект с уже сохраненными параметрами, которые мы ему задали. Забей. Потом, мы до этого потом дойдем. Так. Смотри, я хочу добавить сегментов. Вот нашему лепесточку. Как это сделать? Ты его выдели и заходи в Modify. Ну, ты, в принципе, уже есть в Modify. Просто его выдели. Вот. И смотри. Сегменты по длине я поставлю 10. А по ширине... Пусть будет 4. Теперь вот сейчас покажу тебе еще один модификатор, который называется FFD. Открою модификаторы, панельку вот эту с модификаторами. Вот здесь. Нет, это в закладочке Modify, все верно было. Вот видишь, Modifier List, ага. Вот, и нажми букву F. Вот, отлично. Видишь, FFD, и тебе знаешь, какой нужен? Их тут много, а тебе нужен... Так, тебе нужен FFD 3x3. 3x3x3. Угу. Видишь, создалась такая вот... как это назвать? Еще одна сетка такая оранжевая с точками. Эти точки мы можем перемещать. Смотри, как это делать. Если я нажму правой кнопкой, ну, либо нажму вот сюда вот стрелочку. В принципе, так никогда не делаю, я просто нажимаю правой кнопкой, и здесь я выбираю вот здесь слева Control Points. То есть вот то, что слева вот этой менюшки, которая выползла, то есть то, что слева, это все относится к модификаторам, которые вот здесь вот мы накладываем. Убираем Control Points, и смотри, теперь я могу вот эти точки выделить. Смотри, нужно что сделать? Можно, да, их можно перемещать. Только смотри, нужно выделить вот эти точки, и если мы будем их двигать, смотри, что будет. Объект будет изменяться, то есть мы можем придавать ему форму теперь вот благодаря этим точкам. То есть вот он, ориентируясь на эти точки, будет этот объект как-то изменять. Смотри, что я сделаю. Сейчас повторяй за мной. Так. Я вот выделю вот эти две точки. А вот это посерединке я не буду выделять. Как мне это сделать? Смотри. Я сначала выделяю все. Вот так вот. Хоп. Все три. Ага. Отпускай.
А теперь, если я зажму Alt и выделю также окошечком вот эти вот средние точки, только смотри, именно окошечком надо выделять, потому что если ты кликнешь, у тебя выделение переместится. Давай заново, смотри. Выделяем все три сначала. Просто вот так вот выделяй. Ага. Вот, а теперь зажми Alt, держи его. Ага. И смотри, вот так же вот квадратиком, где-нибудь снизу, вот так вот выделю среднюю точку. Ага. Может быть, Alt не зажал? Давайте попробуем. Давай попробуем. Пусти-ка. Ну да, вот я просто как-то по-другому это отображается. На самом деле у тебя все получилось, видишь? Вот эта точка не двигается, то есть то, что я и хотел. А эти двигаются. Так, еще раз смотри, просто выделяем, нажимаем Alt и выделяем вот эту точку. Видишь, она на самом деле поменяла цвет, это трудно заметить. Вот, попробую увидеть. Сейчас она желтая, сейчас бах, оранжевая. Видишь? Довольно трудно это отследить. Вот, и вот эти точки, которые мы сейчас выделили, я их подвину по оси Y, по зеленой оси. Чуть-чуть вот сюда, вот так. Смотри, как это сделать? Вот сейчас ты кликнула на точку, и все выделение, которое у нас было, оно сбилось. И ты сейчас двигаешь только эту точку. Как это исправить? Смотри, если что-то случилось, всегда есть стрелочки. Можно нажать стрелочку назад. Это предыдущее твое действие. Еще раз нажми стрелочку назад. И еще раз. Вот. Видишь, вернулась к тому месту, когда ты выделяла. Вот. И теперь просто подведи курсор к зеленой оси. Видишь, она пожелтела. И тащи. Смотри, вот, ну, не сильно, вот где-то вот так вот, чтобы получилось, как вот у меня. Чтобы такая стрелочка появилась, как бы. Еще подальше. Еще чуть-чуть. Ну, вот так вот. Ага, отлично. Вот, а теперь мы выделим уже противоположные две точки. Смотри, как это сделать. Можно вот сделать, как вот мы с альтом делали, а можно по-другому сделать. Можно их вот выделить, допустим, одну вот эту точку. Ага. А теперь зажать Ctrl и держать его. Вот он рядышком. Ага. И выделить точно так же рядышком другую. Ага. Вот, отлично. Теперь они точно так же выделены, как и в тот раз. Смотри, что я делаю. Я теперь хочу их сузить ближе к центру. Как мне это сделать? Я включаю инструмент масштабирования. Вот оно. Не, перемещать их не надо. Нажми стрелочку назад. Инструмент масштабирования, он идет вот он, третий. Видишь, это перемещение, это вращение, а вот это масштабирование. Нет, чуть левее. Ага. Вот, и теперь по оси X, по красненькой, тяни мышку вправо. Вот. Да, чтобы получилось что-то вот подобное. Ага. У тебя уже получилось. Так, теперь я хочу выделить вот эту точку посередине. Угу. И зажав Ctrl, я выделю еще и вот эту точку. Вот эту. Угу. Теперь включим перемещение. Сейчас у тебя масштабирование, нам нужно перемещение. Ага, и по оси Z я их потяну вниз чуть-чуть. Чуть-чуть, не сильно, чтобы, ну, вот так вот как-то было. Видишь, у меня чуть-чуть вот так. Ты можешь повращать камеру, если тебе, ну, непонятно, что происходит. Да, зажми Alt и средней кнопкой мыши. Тихонечку. Чтобы понять, как это выглядит в 3D. Да, очень похоже получилось. Так, здорово. Теперь смотри, мы его можем, в принципе, и согнуть еще вот так вот, да, но лучше мы это сделаем потом, другим способом. Я тебе покажу, каким. Так, сейчас я... Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу вот этот вот... ось, увидишь вот эти вот стрелочки, я хочу, чтобы они были вот здесь. То есть их можно перемещать,
То есть смотри, что я хочу сделать. Я хочу, чтобы мой объект вращался вокруг вот этой точки. По умолчанию объект будет вращаться в центре, если я его буду вращать. А эту ось, я ее могу сдвинуть вот сюда, вот так вот. Вот, и вращаться он будет уже вокруг нее. И сейчас я тебе покажу, как это сделать. А вот здесь вот третья вкладка после Modify идет закладочка, которая называется иерархия. По-английски она. Я уж не буду по-английски говорить, не выговорю. Вот. И первая же кнопочка Effect Pivot Only. Pivot это как раз и есть вот эта вот наша ось. Вот. И теперь мы ее можем переместить. Ага. Только проблема сейчас в том, что ты ее перемещаешь сразу во всех осях. Вот, нажми стрелочку назад. Смотри, да, ты ее по этой оси только тащи. Угу. Приблизительно сюда. Если, смотри, если тебе что-то не видно, ты можешь всегда переключить, либо повращать камеру, либо переключить вид. Ты все правильно делаешь, мне нравится твой ход мысли, все правильно. Если что-то неправильно, ты назад жмешь, все отлично, так и надо. Смотри, если тебе что-то непонятно, ты можешь, вот помнишь, на первом уроке мы проходили там, T это вид сверху, F это там фронтальный вид, L это вид слева и так далее. То есть вот если нажать T, ты здесь уже более подробно увидишь, где он у тебя. То есть ты сюда можешь приблизить камеру спокойно. Да, сначала кликни, а левой кнопкой куда-нибудь сюда. Вот, а теперь выдели его. Угу. Нет, ты можешь прям кликнуть на него, это не важно. Теперь ты сможешь приблизить. Да, и лапкой попробуй перетащи повыше. То есть средней кнопкой мыши. Не, вот Alt, если ты зажмешь Alt, ты сейчас будешь вращать. И мы как бы выходим из режима вида сверху. Да все нормально, не переживай. Просто нажми еще раз вид сверху и Z. Ага. Теперь поближе просто к этому месту приблизь. Ну, так вот, колесико. Ага, вот. И теперь ты сможешь более точно его поставить. Его нужно поставить, ну, где-то вот сюда в начало. Да? Смотри, теперь, чтобы выключить перемещение вот этих вот этой нашей оси, надо опять нажать на эту кнопочку Effect Pivot Only. Видишь, справа она синеньким горит. Здорово. Теперь мы сможем его вращать вокруг этой оси. Хотя нам надо было другое сделать. Ну ладно, сейчас мы это сделаем. Пока не важно. Знаешь, что надо сделать? Я понял, что надо сделать. Да, ты правильно мыслишь. Только знаешь, что я хочу? Ну вот, допустим, я его сейчас подвожу вот к нашей вот этой вот сфере. Вот. И если я его начну вращать, он как бы будет у меня вращаться вокруг этой точки. Ну, это я уже понял, что это я неправильно сделал. Сейчас мы эту точку еще немного изменим. То есть, по сути, нам что надо сделать? Нам нужно, чтобы он вращался не вокруг вот этой точки, которую мы сейчас поставили. Да, кстати, вращать это вот рядышком. Вот это, видишь, такая стрелочка загнутая. Угу. Вот, и если ты хватаешь за середину, он тебя начинает вращать во всех осях, что тоже как бы тебе не очень нужно. Вот, попробуй за какую-то отдельную ось потащить. Если что, просто нажми стрелочку назад, чтобы выровнять его положение. Как было? Еще раз назад. Ага, вот так и было. Смотри, если ты видишь вот эту вот ось. Вот ось выделилась, вот ось выделилась. Их плохо видно, блин. Но что поделаешь. Вот, если я за нее таскаю, видишь, он вращается только вокруг нее. То есть, если мы посмотрим с перспективы, хоть жвачку. Пожалуйста. Вот она, эта ось. Вот. А если за это будем вращать, видишь, он вокруг вот этой оси вращается.
А если мы в центр кликнем, он во всех будет. А я хотел, знаешь что, чтобы мы смогли вращать лепесток именно вот вокруг вот этой точки. Это нам, знаешь, что даст? Сейчас тебе покажу. Вот нам что это даст. То есть мы сможем раскопировать наши лепестки вот именно вот относительно вот этой точки, как раз вот по этому радиусу. Так, как ее туда переместить? Вот эту точку. Ось. А точно так же мы, смотри, нажимаем эффект Pivot Only и просто по оси Y, видишь, обнуляем. Ты можешь, конечно, перетащить, но просто лучше обнулить здесь, да. Правой кнопкой нажми или да. Да, вот и все. А теперь нажми опять эффект Pivot Only. Отлично. Теперь смотри, по оси Z мы его поднимем на высоту нашей вот этой сферы. Знаешь, в чем прикол? Мы можем на самом деле вручную написать значение высоты, на которой мы можем его поднять. То есть оно у меня равно 10 сантиметрам. То есть можно на оси Z просто написать 10. Молодец. Смотри. А, ну и эту тоже поднимем на 10. Вот так вот. То есть, если мы сбоку теперь посмотрим. С другого боку посмотрим. Вот как оно выглядит. Вот наш лепесток прям четко пришел в серединку этой сферы. Если что, чтобы выйти из этого режима вида сбоку, можно нажать либо вот сюда вот на домик, смотри, вот так вот, а потом нажать Z. Z это всегда, когда ты что-то выделяешь, нажимаешь Z, он просто камеру переключает, видишь, к этому объекту, чтобы удобно было с ним что-либо делать. Вот, либо просто нажимаем... Да, опять какие-то глюки. Либо просто нажимаем букву P. Видишь, написано тебе перспектива. Или вот здесь мы можем переключить. Если видишь, нажимаем перспективу, топ, ботом, фронт, это все вот эти вот виды. Да, вот если ты видишь, допустим, сверху, сейчас нажмешь P, вот, ты видишь, оказываешься в перспективе. В непонятном ракурсе, поэтому ты всегда просто жмешь Z. Вот. И все норм. Сейчас сделаем. Так, смотри, давай я тебе покажу, просто напомню. Вот если я создам какой-то объект, ты сейчас можешь не создавать, просто посмотри, что я делаю. Как нам вообще копировать объекты? Я зажимаю Shift и тащу за какую-то ось. И появляется такое окошечко. Вот, он меня спрашивает, каким типом его скопировать. Copy, Instance, там, или Reference. А, что такое Copy, Instance, я сейчас, наверное... Да, я сейчас и объясню. Если мы просто нажмем Copy, то если я буду изменять этот объект в дальнейшем, первый объект, ну, никак не меняется. Вот, а если я скопирую Instance, то они становятся... одинаковыми абсолютно, то есть если меняю параметры у одного, меняется у другого. Если я накидываю какой-то модификатор, вот этот, скажем, на один, то он накидывается и на второй тоже. То есть они полностью клоны. Вот, смотри. А если вот здесь в этом окошечке, если еще раз копирую, здесь есть, видишь, такая надпись number, номер. Количество копий, короче. По умолчанию один. И я могу сделать, допустим, 10 копий. Нажать ОК. И они, видишь, раскопируются. Ничего, ничего. Сейчас мы это все повторим, ты не переживай. См-
смотри, и все это тоже точно так же работает и на вращение. Если я начинаю вращать шифтом, у меня точно так же это окошечко открывается, и я могу сделать какое-то количество копий. Вот, сейчас мы, собственно, это и сделаем. А, вот еще фишка. Смотри, включи вращение. Попробуй по вот этой желтой оси повращать. Угу. И видишь, что он вращается у тебя... Ну, просто, короче, вращается. А теперь смотри, если я нажму... Ну, отпусти. Если я нажму вот эту кнопочку... И попробую теперь повращать. Не, я его уже нажал. Это верни обратно. Ну, нажми на нее просто. Не, кстати, Ctrl-Z, к сожалению... Ой, действие назад не работает, к сожалению, нажатой кнопки. Не. Смотри, выключи все, кроме средней. А на них просто еще раз кликай. Ага, и вот на вот эту кликни. Вот и все. Вот, а теперь попробуй повращать. Смотри. Вращай медленнее, и ты заметишь, что он вращается с такой вот... Он, короче, вращается теперь по 5 градусов. Видишь, 15, там 10. Смотри, выдели этот лепесточек еще раз. Просто подведи курсор к вот этой вот желтенькой оси. Ну, в данный момент синенькой оси. Вот. Ага, теперь попробуй тащить влево. Видишь, он у тебя прям шагом идет через 5 градусов. Это нам и нужно. Сейчас его отпусти. Смотри, нам нужно его выровнять сейчас, как вот у меня, что было, если он у тебя криво стоит. Давайте включу вид сверху, будет удобнее. Вот, отдались чуть-чуть. Камеру. Ага. Вот видишь, если нажимаешь Alt, он начинает вращать вокруг сцены. А тебе, чтобы переместиться, достаточно нажать просто среднюю кнопку мыши. Ой. А кликни сюда куда-нибудь. Ага. Вот, среднюю кнопку мыши ты просто перетаскиваешь. Смотри, что я хочу сделать. Я теперь хочу выровнять его вот так. То есть выдели вот этот лепесточек. Вот, и обнули вот здесь вот. Вот это значение. Просто правой кнопкой на стрелочке нажми. Ага, отлично. Смотри, теперь очень внимательно и аккуратно. Я зажимаю Shift. Беру за вот эту вот крайнюю ось. И начинаю тащить мышку вверх с шагом 15. Да, надо зажать Shift и тащить вот за вот эту вот ось. Вот видишь, тут, сейчас тебе объясню, вот одна, а вот вторая, вот за эту никогда не таскай, вот за эту, да. Так, и вправо на 15. То есть ты сейчас мышку вниз чуть-чуть опусти, еще чуть-чуть, еще, чтобы 15 было. Ага, когда будет 15, отпускай. Вот, отлично. Появилось это окошечко. Мы здесь ставим инстанс и количество копий. Сейчас я скажу, сколько сделать. Так никогда не угадаешь. Только методом тыка. Так, пусть будет... Так, 31 много. Сейчас, погоди. Должно быть 23. Да, 23. И жми ОК. Зайди в перспективу, покрути, как это выглядит. Буква П. И нажми Z. Так, осторожней. Смотри, чтобы снять выделение с этого объекта, просто кликни левой кнопкой в пустое место вот на экране. Видишь, все. Теперь ты сможешь спокойно вращать камерой. Можешь поближе сделать. Либо нажать Z просто.
Смотри, ты можешь, да, либо нажать Z, тогда он будет вокруг него уже крутиться. А то вот так он вращается вокруг какой-то непонятной точки, вот, допустим, вот здесь, да, видишь, он вокруг нее вращается, вот здесь в центре. А когда ты выделяешь какой-то объект, ты к нему перелетаешь, тогда он будет вращаться вокруг именно этого объекта. Например, вот вокруг этого объекта. Вот так вот, видишь? Вот. Теперь мы... Можно скопировать и сделать много таких? Цветочков, конечно, сколько угодно. Но фишка в том, что он еще не совсем похож на цветочек. Мы вот эти лепесточки теперь должны загнуть. Как это сделать? Как это сделать? Выбирай любой лепесточек. Заходи в Modify. Это вторая вот закладка. Вот здесь вот. Ну да, где мы модификаторы накидываем. Вот, и накинем на него модификатор, который называется Band. На букву B. Ага, ну, внизу она, прям над пробелом эта буква. Вот Band. Ну, нажми еще раз. Так, сейчас мы его должны, этот модификатор, настроить. Сейчас скажу как. А, вот в чем дело. Это я и дал. Что? Я кручу сиреневый цвет. Ну. Так захотелось. Так, сейчас скажу, как его настроить. Одну секундочку. Все понял. Так, здесь мы... Вот где написано angle, надо написать 4,5, а где direction 90. И здесь выбрать y. Видишь, x, y, z. Тебе нужен y. Вот так. А теперь вот попробуй вот этот вот параметр angle покрутить. Вот так вот за стрелочки хватай. Нет, это не. Это direction. Очень страшно. Вот. Видишь, стрелочки. Около angle. Ну прям над ними. Вот эти вот стрелочки. Ага. Конечно, сделать любой, но можно сделать лучше всего. Так, сейчас я скажу, какой. Сейчас.
сделаем где-то минус 15 angle. Да, нам минус, смотри, минус и плюс, они увеличены. Мне в 3.20 надо уже отсюда уйти. Так что чуть-чуть поменьше будет. Смотри, а теперь я хочу вот этот лепесточек. Что я хочу с ним сделать? Так, теперь давай вот эту вот ось, которая сейчас в центре, мы попробуем вернуть обратно на то место, куда изначально делали. Давай зайдем в вид сверху, это Т. Вот, и выделим лепесточек, который, ну, какой-нибудь вот этот, допустим. Угу. Вот, теперь включи режим перемещения. У тебя сейчас вращение, а ты включи перемещение. Вот здесь наверху. С другой стороны, это масштабирование. Вот, отлично. Теперь заходим в третью закладочку. Иерархия, помнишь? Affect Pivot Only. Вот, и по зелененькой оси перемещаем вот сюда. Да, ты можешь делать поближе, чтобы тебе было лучше видно. Просто колесиком вперед покрути. Вот, и попробуй поставить, чтобы, ну, например, вот на пересечении было. То есть чуть-чуть еще пониже ее попробуй поставить. Вот, только, да, только по оси Y. Верни сейчас назад стрелочку. Не, стрелочку назад нажми два раза. И еще раз. Вот, и только по вот этой оси. Ага. Ну да, примерно сюда, отлично. Теперь нажимай обратно эффект Pivot Only. Вот эту кнопочку справа. Ага. Теперь я выделю вот эти все лепестки. Как мне это сделать? Как вот мне выделить только лепестки? Смотри, я захожу в перспективу. Ну, ты можешь делать так, да. И зайди в перспективу, нажми P. Вот, и поставь ракурс примерно как-нибудь вот так, чтобы вот он был. Выделить можно и потом, это сейчас не важно. Сейчас главное ракурс поставить. Просто зажми Alt и повращай. Ага, отлично. И теперь средней кнопкой вверх просто тяни. Ну, чуть-чуть поближе. О, отлично. Смотри. Как мне выделить вот эти лепестки, только их? Я выделяю сначала все. Угу. Теперь просто нажимаю Alt и просто один раз кликаю на те объекты, которые не хочу выделять. То есть на стебель, да, и вот на вот эту сферку. Ага, а сделай поближе. Что-то не получилось, ну-ка. Или получилось? А попробуй потащить вверх по оси. Не, не получилось. Сверка тоже тянется. Отпусти. Вот я верну назад. Теперь зажми Alt и кликни на сверку. Все-все, один раз. Просто кликни, да. А теперь попробуй вверх потащи. Ничего страшного. Еще разочек. О, получилось. Все, отпускай. Вот, теперь я включаю вращение. Вот, и мне нужно, если я сейчас начну вращать, так, знаешь, что будет сейчас, как у тебя там стоит? Если я сейчас начну вращать, пока...
какой-то оси, у меня будет вращаться просто все лепестки вокруг центра. Мне это не нужно. Я могу выбрать здесь другой режим вращения, чтобы каждый лепесток вращался так. Ах ты ж, блин. Ну да. Сейчас, секунду. Знаешь, что сделаем? Просто я вот переместил вот эту точку, ось, да, а у других лепестков она осталась на месте, на том же самом, где и была. Вот, что нам не нужно. Поэтому, чтобы нам это все не переделывать, давайте быстренько сделаем. Вот, смотри, мы у этого лепестка изменили, а у других она осталась на том же месте. Вот, что я сделаю? Я их просто сейчас все удалю, а потом заново сделаю, кроме вот этого. Это не так страшно, как тебе кажется. Смотри, вот я их удаляю, кнопочка delete. Сейчас вот мы с этим этот повернем, а потом раскопируем, как нам нужно. Вот. Смотри, я включаю вращение и... вращаю его по вот этой вот оси. Что это за ось? Должна быть красненькая ось у тебя, да. Ага. И вращаю его вверх на минус 35, чтобы там было написано. Минус 35. Ага. Отлично. А теперь я захожу в закладочку Modify. И угол делаю не минус 15, как у нас было, а минус, скажем, 35. Пишу минус 35. И жми Enter. Вот, отлично. Так, теперь смотри, давай зайдем в вид сверху. Нажми букву Т. Вот. И сделай поближе вот к этому месту. Увеличь просто вот так вот. Смотри, он в 3D Max увеличивает туда, где есть курсор. Вот посмотри на экран. Если у меня курсор вот в этом месте, да, он будет сюда и увеличивать. Если в этом месте, он будет сюда увеличивать. Если здесь, он будет сюда увеличивать. То есть ты просто подводишь курсор к нужному месту и крутишь колесико. Вот, а теперь выдели лепесточек этот наш. Включи перемещение. Перемещение это вот там наверху. Вот, и теперь смотри, видишь, он немножечко на расстоянии. То есть нам нужно его чуть-чуть вверх подтянуть. Почти. По оси и блик. Да, вот так отлично. Мы его подтянули. Теперь смотри. Заходим обратно в эту закладку иерархия, чтобы поменять ему. Да, все верно. Жми эффект Pivot Only. Теперь мы ее поставим в центр. То есть обнулим по оси Y. Вот здесь просто. Да, ты ее можешь либо перетащить, либо вот здесь вот обнулить. Угу. И теперь обратно жми эффект Pivot Only. Отлично, теперь мы можем его точно так же раскопировать. То есть можешь зайти в перспективу. Нажать Z. Вот. Ну и повращай камеру просто. Просто у тебя сейчас камера сверху смотрит, а ты чуть-чуть ее наклони. То есть зажми Alt и повращай. Ага, ну как-то вот так вот, чтобы было примерно. Можешь чуть отдалить просто. Ага.
Вот, смотри. Теперь я беру лепесточек, выделяю. Просто кликну. Ага. Включаю вращение. Зажимаю Shift. И по вот этой вот оси синенькой тяну его вправо, мышку аккуратно, чтобы было 0,15. Ага. Вот, только там, смотри, нажми стрелочку назад, только там надо было количество копий указать 23. Давай еще раз, нажми Shift. Ничего страшного, просто отпусти и нажми стрелочку назад, если ты что-то сбила. Ага, теперь Shift, за эту ось, вправо, пока будет написано 15, отпускаешь, и количество копий 23. Вот теперь можешь повращать вокруг, и это уже больше походит на цветок. Просто зажми Alt и повращай. Похоже? Смотри, а теперь мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем каждый вот этот лепесток повращать его отдельно. Как это сделать? Смотри, кликни сейчас на вот эту сферку в центре и нажми Z. Не, мы ее вращать не будем. Просто нажми Z, чтобы к ней приблизиться. Ну вот, ты кликни на сферку. Вот, и нажми Z. Отлично. Смотри, я вот что не сказал. Когда включено, допустим, вот перемещение или вращение, если ты кликаешь на объект и случайно тянешь мышку, да, то он у тебя будет. Ну, то есть ты хотел его как бы выделить, но случайно мышку протянул, тогда он, видишь, уезжает. Что для этого можно сделать? Вот здесь вот есть вот режим просто выделения. Это вот эта вот стрелочка. Тогда ты можешь выделять объекты, не боясь их куда-то переместить или вращать. Вот. А уже после этого, как бы, ну, ты сначала выделяешь, а после этого ты можешь включить там перемещение или вращение. Так удобней. Вот, что я хочу сделать, смотри. Я выбираю какой-то любой лепесточек и включаю режим вращения. Вот, а теперь фишка в том, что... Фишка в том, что, вот, допустим, я вот этот выбрал. Я хочу, смотри, я хочу его повращать вот, вот именно вот так. Вот, но проблема в том, что вот эта вот ось, она ориентирована просто, ну, изначально в определенные места. То есть не относительно этого лепестка. Нам нужно ее поменять так, чтобы она была именно относительно, видишь? Она переключается и уже откуда он смотрит, так эта ось и поворачивается. Я тебе сейчас более наглядно покажу, допустим, на чайнике. Вот. Вот, допустим, ось перемещения чайника, если его куда-нибудь вот так вот переместил, вот так вот наклонил. Ух ты. Сейчас я поправлю. Сейчас ось она как бы осталась на месте. А вот если я включаю. Здорово. А вот если я включаю вот здесь вот локально, то видишь, она смотрит туда же, куда и мы повернули чайник. То есть если я его вращаю, ось вращается вместе с ним. Вот. То есть таким образом мы можем каждый лепесточек вращать относительно вот его направления. Блин, ну сейчас опять у нас проблема в том, что
Видишь, мы вращаем вокруг этой точки, а нам нужно вокруг этой точки вращать. Ну ладно, сейчас мы это поправим. Я хотел просто сделать, чтобы каждый лепесточек был как-то бы отдельно вот так вот повернут. Вот, ну видишь, сейчас вот это мы поправим. Давай сейчас выделим все лепестки. Кстати, это можно сделать более удобным способом. Если у тебя объекты в сцене какого-то одного цвета, можно вот так нажать правой кнопкой, Select Similar. Черт, нет, это только к материалам относится. Вот, забей. Короче, нам нужно выделить все вот эти лепестки. Помнишь, мы сначала выделяем все, а потом с Alt-ом кликаем на те объекты, которые нам не нужны. Получилось у меня кликнуть? Да, получилось. Вот, давай попробуй. Выдели все лепестки. Ну, в общем, все. Вот, а теперь зажми Alt. И аккуратно кликни на те объекты, которые тебе не нужны. Ага, отлично. Теперь заходим в вид сверху. Это Т. Вот. И теперь закладочка иерархия. Опять вот эта вот кнопка Effect Pivot Only. Ага. Видишь, что получается? То есть он отображает ось каждого из лепестков, которые ты видишь. Попробуй приблизить в центр вот сюда вот. А просто кликни средней кнопкой мыши прямо сейчас. Кликни, нажми на нее. Ага. Вот, видишь, там прям в центре много-много осей. Так, теперь что мы сделаем? Чуть назад, подальше, чуть-чуть назад, чтобы вот так, вот так. Смотри, теперь вот здесь мы меняем на local. Где написано view, мы меняем на local. Все получилось. Так. Это довольно сложно, конечно, все для тебя сейчас. Но фишка в том, что все вот эти оси, то есть если их локально двигаю, допустим, вот по оси, видишь, она у нас наклонена, эта ось, потому что мы когда-то вращали наш лепесток, и она тоже осталась наклонена, то есть нам нужно ее выровнять вот таким образом. Ладно, ты, наверное, сейчас на это не запоминай, потому что это довольно сложно на данном этапе. Но фишка в том, что я вернул эту ось обратно вот к этому месту и просто выровнял ее наклон. То есть она была наклонена вот как-то вот так. Знаешь, каждая ось этого, каждого лепестка была вот так наклонена. Поэтому, когда они в центре, видишь, была такая фигня. Вот, поэтому я как бы ее сюда перетащил и выровнял.
Это принтер, ничего не надо. Вот, а теперь, если мы локально вот здесь вот переключимся, то мы сможем каждый отдельный лепесток, вот у него, видишь, ось появилась, мы можем его локально как-то вращать. Но здесь уже вот 5 градусов, то, что видишь, шаг 5 градусов, мы его можем отключить вот здесь вот. Вот уже отдельно каждый лепесточек. Попробую просто вручную, как тебе это больше нравится. Сейчас я сохраню. Это светок. Можно, конечно, по-русски написать, но не лень. Вот, а теперь смотри, вот именно по вот этой красненькой оси. То есть, вот он. Ты каждый лепесточек будешь вращать. Ну, то есть она была красненькая, сейчас она желтенькая, потому что я ее выделил. Вот. Попробуй. Вот так вот. Ты тянешь как бы вправо-влево. Вот. А по этой оси не надо. То есть я хочу, чтобы он как-то неравномерно был. Или просто, да, ты можешь хватать за любой и... Да, вот смотри, чтобы выделить другой объект, всегда вот мешается вот это вот... Вот эти вот оси, они мешают выделить объект какой-то. Сквозь них не выделишь, то есть нужно переключаться. Да, вот по этой оси, которая красненькая. Почему нормально получилось? Мне нравится. Очень даже реалистично. Теперь, знаешь, мы можем... Сейчас я попробую. Тоже какая-то фигня получается. И так нормально. И знаешь что, мы можем теперь что сделать? Что мы можем сделать? Я бы хотел его как-то загнуть. То есть мне не нравится, что он такой прямой, вертикальный. Вот, как я могу это сделать? Смотри, я выделяю просто лепесточек, то есть этот стебелечек. Заходим в закладку Modify.
Вторая, да. И выдели стебель. Кликни на него просто. И кидаем на него модификатор, который называется Bend. На букву B. Bend. Макс у меня решил закрыться тем временем. Сейчас. Ну, иногда бывает, вылетает. Вот, и попробуй параметр вот angle поменять, ну, где-то поставить 60. Слушай, ну чё, что я... Да. Да? Окей. Так, а что получилось? Какие-то синие. Угу. Я понял. Все работает. Знаешь, почему так было? Потому что когда выделены какие-то определенные точки, да, в объекте, то модификатор будет работать только на эти точки выделенные. Видишь? Да. Вот поэтому я просто убрал выделение этих точек. Теперь он работает целиком на весь объект. Вот, я его наклонил, но вот это же все осталось на месте. Да, и сейчас нам это надо будет передвинуть. Как удобнее всего это сделать? Можно создавать из объектов группы. То есть, если вот это сейчас все выделю, нажму, видишь, групп. Групп. Он спрашивает, создать группу, имя группы. Я создал группу. И теперь, когда я кликаю, я уже не смогу выделить какой-то лепесточек отдельно. Я уже выделяю всю группу. Видишь, очень удобно ее перемещать, чтобы не выделять там случайно там каждый объект. И в любой момент можно его разгруппировать. Смотри, группа, ungroup. Бах, все, теперь все вернулось на место. Попробуй создать группу. Это вот group. Чуть выше. Ага, группа. Окей. Все, теперь он одной группой может перемещаться. Вот. Давай, чуть поправлю. Смотри, удобнее его, знаешь, как будет поставить? В виде сбоку. В перспективе, конечно, тоже можно, но вот в виде сбоку ты его сможешь поставить более точно. Вот, теперь давай посмотрим, в виде сверху он правильно стоит. Видишь, в виде сверху он тебя съехал немножечко. То есть по оси Y, нет, по оси X все норм, а вот именно по оси Y он должен быть центр где-то вот здесь, еще ниже, еще чуть-чуть. Вот так будет все. Отлично. Теперь надо его повращать. Включи вращение. Ну не камеры, а именно вот мы покрутим сейчас саму вот эту вот нашу верхушку. То есть в вене сбоку. Включи вращение, вот оно. Ага. И вот по зелененькой оси. Ничего страшного, по зелененькой. Ничего бывает. Еще раз просто его выдели. Цветочек сам вот этот. Угу. И да, мышку влево. Вот где-то вот еще. В другую сторону. Еще. Ты просто мышку влево или вправо двигай. То есть. Ага, вот так. Отлично. И теперь перемести его поближе. То есть надо включить перемещение. Ага, отлично, молодец. Так, вот так создаются группы. Так, сейчас я это все то же самое повторю, чтобы это на видео осталось. Модификатор Bend.
что нам. Вот так. И иди сбоку, я его просто перемещаю и вращаю. Теперь смотри, можно вот этот цветочек скопировать. То есть выдели его целиком. Зажми Shift и по оси X потяни вправо. Немножко промахнулась, ничего страшного, придется еще раз выделить. Либо нажать, кстати, стрелочку назад. Если нажмешь стрелочку назад, он вернет тебе выделение. Ой, только знаешь, проблема в том, что да, вот здесь отключен Local. Ну сейчас отпусти, нажми Cancel. Да, нужно Local поменять на вот здесь вот. На view. Вот, и теперь давай по оси X его подвинь с шифтом рядышком. Ага, отпусти. Выбери здесь. Не, количество копий 1 оставь. Ну, ну да, ладно, давай 3. Давай 3. И жми OK. Вот, только мы их скопировали инстансами, а я хотел, знаешь, что сделать? Я хотел, на, я тебе покажу. Я хотел изменить вот, какой-то другой угол сделать хотел. Но поскольку они инстансы, они все изменяются, а нам это не нужно. Поэтому мы сейчас их скопируем не инстансом, а копируем. Вот так вот. 3. Вот, и попробуй как-то вот угол поменять, как-то, как хочешь. Нормально, мы сейчас просто подвинем вот эту потом и все. Ты сначала там у другого еще угол поменяй как-нибудь по-другому, а потом эти все подвинем. Просто вот взять вот левой кнопкой и таскать за стрелочки. И так будет больше времени видеть, как он изменяется. Вот, а этот первый оставь, как бы. Ну, просто отпусти сейчас. И нажми стрелочку назад. Да, ну молодец. Смотри, теперь вот эти вот верхушки нужно будет переместить. То есть это удобно будет вид сбоку включить. Фронт, видишь, я F нажал. Вот, и теперь попробую их переместить каждый. Смотри, дай я тебе покажу, можно удобнее перемещать. Если ты будешь перемещать, смотри, вот когда подводишь вот к этому квадратику, видишь, он вот к пересечению, он становится желтеньким. И все оси становятся желтенькими. X, Y. Если ты за это место будешь хватать, тогда он тебя видишь сразу в двух осях. Так удобно. Попробуй. Вот именно когда он желтеет, но только смотри. Ты вот прямо вот за пересечение вот здесь вот хватай. Чуть-чуть выше, еще чуть-чуть выше. Видишь, курсор изменился, теперь можешь тащить. Ага, вот так. Вот, теперь включи вращение. И вот по этой оси, да. Ну, ничего, потом подвинешь, если криво. То есть смотри, ты мышку вправо-влево таскаешь, когда вращаешь. Так удобнее.
Да, все отлично. Смотри, теперь ты можешь просто вот схватить и потащить мышку за этот объект, тогда он запомнит твое последнее действие. То есть, если была выделена ось Y, и если я кликаю на этот объект и тяну, то она автоматически включается. А если я кликнул вот так вот, да? Вот, и потом кликнул на другой объект и потянул. Видишь, он сразу. То есть тебе не нужно выделять, потом перемещать. Ты просто вот прям сразу бери и таскай. Попробуй. Вот, а теперь смотри, мы можем объединить, то есть создать еще группу. То есть, видишь, они сейчас у нас отдельно, а я могу выделить вот так вот и создать еще одну группу. И так с каждым цветочком. Тогда они будут перемещаться вместе со стебельком. Смотри, это мы заходим в перспективу. Видишь, я вот так вот выделяю. А, вот тут вот тебя немножечко надкрутило. Я вот так вот выделяю. И жму еще раз группу. Попробуй так же с остальными сделать. Не. Смотри, ты должна выделить и стебелек тоже. Видишь, ты случайно этот задел. Попробуй еще раз выделить. Угу. Теперь ты можешь спокойно их подвигать вот по оси Y и X. То есть вот смотри, видишь, как я. Да, а это ось Z и X. То есть, смотри, немножко по другой оси. Вот если я, смотри, камеру повращаю, я вот так, сделаю камеру, то станет понятно, что ось X и ось Y, вот они. Ты видишь, если схочу за этот квадратик, видишь, он желтенький стал, тогда я могу перемещать их вот так вот. То есть я могу их уже как-то распределить. Ага. Ну вот, ты их также можешь повращать в той же самой плоскости. Вот, и на этом сегодня все, к сожалению, надо убегать.